Евгений Додолев дождался по-настоящему крупного улова. Самый недоступный и закрытый из актеров, который носит титул секс-символа страны, Александр Магаров. Не вздумайте завтра повторить, потому что вы сделаете хуже и себе, и зрителю. Морской титан, который отдается любому делу без остатка. А физически что больше выматывает, день на площадке или день на сцене? Многие говорят, нет, это ужасно. Это не эстетично. Не терпит фальши. Хоть одного из них вы видели на сцене? Для меня это шок. И никогда не меняет твердой позиции. Обязательно в кино должны быть лесбиянки, негры и прочее. Я не доживу, слава богу. Золотая рыбка. Александр Домогаров. Я напился, укололся, объелся таблеток. Пришел на интервью к вам, сказал, а вы знаете, Женя, что меня... Премьера. Смотрите в пятницу в 17:35 на телеканале «Москва. Доверие».